В сети постоянно возникают слухи о повторном браке Армина Джигарханяна. Мол, перед смертью 85-летний народный артист снова женился на своей бывшей, на Татьяне Власовой. Татьяна Сергеевна его вторая супруга, с которой Джигарханян развелся в 2015 году и женился на Виталине Цымбалюк-Романовской. Потом со скандалом развелся и с Виталиной. И снова якобы зарегистрировал брак с Власовой. Эту иррациональную модель придумал продюсер Марк Руденштейн. С Власовой они помирились, снова полюбили друг друга, и поэтому рядом с ним была жена, говорил Руденштейн, как будто речь идет о молодых людях. Однако друг Джигарханяна Артур Согомонян сообщил, что последний год 85-летний Армен Джигарханян очень плохо себя чувствовал, болел, и ему было не до женитьбы, хотя действительно Татьяна Сергеевна прилетела из Америки и жила с ним в одной квартире. Но кроме нее рядом была и сиделка, и еще один человек, который помогал ухаживать за Джигарханяном. Эту же информацию подтвердили в театре, которым руководил народный артист. Ничего о его женитьбе на Татьяне Власовой им не известно. Актер ушел из жизни 14 ноября. Его наследником должен стать пасынок Степан.